Всем привет, ребятушки. Сакланский собор. Странное местечко для сокровищ. Да нет. Когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так, ну что, глава 8, могила Генри Эвери. Так, с пистолетом, у меня один пистолет только. Идем с брательником. Так, что случилось между тобой и Рэй? Достал он меня, а я его и того сильнее. Я горевал о тебе. Он бесился, что мы не нашли сокровища. В общем, короче, к тому моменту, как я свалил, он был готов меня убить. Представь, на что он готов теперь. Стараюсь не думать. Это точно. Сэм, слушай, он жестокий. Даже хуже, чем тогда в тюрьме. Про него такие слухи. Да, слухи жуткие. Именно поэтому мне его ничуть не жалко. Так, что тут, спуск какой-то или что? Уху! А ты так сможешь? А, сможет, ладно. Ё-моё, а тут как это препятствие пройти? Так. А тут высоко. Да вообще капец. Да. Поищем другой путь вниз. Там он как... Мама! Блин. Так, ну это стандартная тема. Упасть и умереть. Так. Нам надо как-то забраться наверх, что ли? Ну-ка. Ага, вот так надо было делать, ладно. Хорошо. А вот и штучка. Должно выйти. О, это мысль. Спускаемся. Есть контакт. Это еще что? Снаряга для раскопок. Че, не понял, что ли? Наемники? Что? Смотри. Я думал, они только у собора. Прикинь! Прекрасно. Хорошо, ребятки, хорошо. Да блин! Снайпер из меня, конечно. Еще тот. Фу. Ладно, закончили. Да. Нам подфартило. Похоже, они нас ждали. И похоже, они начали поиски снаружи. Нужно скорее добраться до кладбища. Именно. Так. Это нам не фартануло, да, ребятки? Вы пробовали искать за пределами собора? Ну да, немного. Но территория такая большая. Это бесполезно, если не знать, где искать. Ну, с динамитом всяко лучше. Есть. Так, ребятки, чувствую, тут сейчас будет что-то опасное. Тут уже, смотри-ка, эти товарищи есть. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. О. О, да. Вот это расположение. Как дверь открыть? Уау! Туш! Нет? Нафига я эту штуку толкаю? Ну, не знаю, этот уже братан у меня куда-то улез. Значит, не надо тут лазить, да? Или надо? О, что-то нашел. Так, орел или резка? Динамит. Класс. Динамит. Осторожней с этой хренью. Угу. А что только одна, почему? Удерживаю R1.
Ага. И бросаю. Мать. Эй, я открыл дверь. Это было. Боже. Очень громко. Надеюсь, нас не слышали. Ну, может, за другими взрывами не заметят. Вы с ума сошли, что ли? Нас слышали однозначно. Да я-то патроны ищу, я понять не могу, что патронов-то нету. Ладно. Динамит хотя бы, ладно, если то, ладно. Так, а тут вот, смотрите, я вот по этим могу залезть. А, так тут. Вон в чем дело. Я тут с другой стороны был, все, я понял. Чик-чик-чик-чик, тут что? Тут ничего нет, ага. Ладно, идем туда, могилу искать. О, братан-то уже там. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. А! Тот ящик. Ну давай, только его как-то скатить надо. Он упадет, интересно, или нет? А, все, я понял. А, отойди-ка, сейчас я дверь открою. Эй, а это что? Это проход. Обалдеть. А как громко-то. Эй, можем вот по этой штуке забраться. Так это я сразу понял уже. Только она тут криво катается. Фу. Окей. Ну давай, братан, давай, давай, толкай. Ай-ай-ай-ай-ай. Отлично. Куда оторвались? Так, он с автоматом, это то, что надо. Пути, которые стреляли. Это те, о которых Надин говорила. Вот и приказ один. Всех в расход. Эй. Так, там наверху еще вижу. Кто-то взорвал дверь. Ага. Что за... Моё! Блин! Я хотел его задушить. Давайте, говорит, все осмотрим. Давайте-ка. Да что такое-то, а? Как будто я не вижу. Как я ему по кокам ударил, ребята, вы видели? Давай. Давай, 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 выходи. О, блин! Братан, братан, давай выручай. Братан, прячься! Блин! Там наверху, чувак. Ага, окей. Да, мы здесь.
Братан, давай, иди сюда. Я одного мочканул. Братан, я тебя прикрою. Есть один. Давай, давай. Чё, как? Ой-ой-ой. Кто стреляет? Есть, готов. Есть, готов. Мамочки мои. Чё, мы справились в этой передряге? Да ну нафиг. Ладно, могло быть и хуже. Да. Уходим, пока никто не нагрянул. Капец, вот это нам фартануло, слушай, дружище. Я тебе так скажу, просто нам фартануло. Как нас тут не убили, я прям даже не знаю. Да нас тут слышала вся эта орава. Фу. Попотел я тут малехусь, ребятки. Ребятушки, хорошо, тут они выбегали, бегали, прыгали. Так, патрончики подогрели. Погоди, погоди, все пригодится. Отлично, АК-47. Все, выбираемся отсюда. Динамит у меня полный, все хорошо, отлично. Давай, погнали. О, чуть по трупу прямо. А, сейчас еще наверху же, у меня там трупаки. Вот. Ну, пошли. О, позитив, ребята. Спасибо. Так, а куда пошли-то? Так, тут еще тоже один был. А, понял. Есть. Иху! Да, лучше раскачаемся. Ага, кошка у меня осталась. Да ёпо на бог. А вот куда ползти, я не знаю. А, во. И туда налево? Ага, точно. Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Тогда попробуй. Так, тут... Неуклюже. Опа, есть. Фу. Я тут задержал дыхание. Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Так, а где... А, вот, вижу, да. Сейчас кто-то... Сейчас залезет он сюда. Давай я тебе место сделаю. Подсади. Давай. Ну, спасибо, блин. Горбатым меня сделаешь, блин. Давай что-нибудь кидай сюда. Давай, я подтяну тебя. А, туда? Ну ладно, давай. Давай. Давай, давай, давай. Спасибо. Все. Так, ладно. Так. Монашеские кельи. До них всего пара прыжков. Только не с глаз. Это точно. Так. Покатились. Даже весело. Ой, мама, тут надо прыгать. Есть, фу. Мне нравится.
нравится. Будет твой двойной пятик. Главное деньги. Подло. Бывает и хуже. Пойду отолью, пока ты обучаешь нашего новобранца. Так, тут куча ребят. И что дальше? Он подавил мятеж? С нашей помощью все пошло. Но как только кончились деньги, молодец. У нас не осталось причин участвовать в заварушке. А генерал? Не продержался и ночью. Ой, будет мой прав. Вы подлые. Как говорят на бизнес, это просто бизнес. Опа. Нас так просто не возьмешь. Продолжаем в том же духе. Хорошо. Получилось. Так, нам бы по-тихому тут все сделать. Ага, прячься в высокой траве. Кладбище готово к визиту Толстосума. Так, их три там минимум. Четвертый там. Причем вчера. Что-нибудь нашли? Слышал, они что-то раскопали, но подробностей не знаю. Угу, до кладбища дошел. Чувак. Так, так, этот сюда смотрит. Этот сюда идет. Он тоже меня может спалить. Есть. Готов один. Ух ты, винчестер. Спизотти 12 калибра. Опа, 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 кто-то спалил. Блин, их тут дофига, ребята. Ну ладно. Тут ничего нет. Тут ничего нет, да, тут ничего нет. Ты чё тут ерундой страдаешь? Окей, все отлично. Сэм, давай не пались. Так, и теперь-то что? Теперь трава уже мне не поможет. Так. 4-5. Сколько их тут? 4 минимум. Нет, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 5. Но 5 это не так много. Конечно. Динамит у меня тут появился. А, 6 даже, ё-моё. Да, 6 немножко геморрой. Но с ними придется перестрелку делать однозначно, потому что тут по-другому никак. Так, ладно, сколько, интересно, я смог убить? Не знаю. Но то, что я вальнул кого-то, это точно. Так, и вот этого не видно мужика. Давай! Черт! Все ж было хорошо, а? Да, все было хорошо, пока я не протупил. О, видит меня, говорит. Так, тот.
Молодец, братан. Есть. Какое-то тут оружие интересное. Вот ты думал. У меня... Не попались. Так, блин, ну наверняка кто-нибудь услышал. Первый-то раз первый раз-то попались, братан. Первый раз попались. А, тут пистолета, патроны. Так, а это что тут такое? Сюда. Да я тут проверяю тут. Тут же я тогда упал. Ну ладно, возьмем сильные патроны вот эти. Вау, вот что такое? А, АК-47. Да я знаю, что туда нам надо, подожди. О, кстати, этот бочка была. Наверняка она взрывается. Пошли. Да, УЗИ тут. Нормально. Жалко, что только эти, как его. Динамиты кончились. Так, дальше ползем. Чик-чурик-чурюк. Вау. Альпинизм у нас крови. Так, а тут что? Окей. Пиу. Ай, я ударился. Раскачаем этот мир. Уху. Повезло. Так. Прям солнце в лицо. Прямо за стенами. Да тут еще доползти до нее надо. Ой, блин. А как тут? А чё тут? Нет, туда я прыгать не буду. Фу. Ищем обходной путь. Да обходной я только вот тут вот. Полегче, брат. Я себе эти руки не оторвал, а этот урод мне еще тут высказывает. Убил бы. Этот урод за все платит. Как думаешь, что бы сделала с тобой Надин? Я исполнял ее приказ. Ну что бы она сделала? Шкуру бы спустила. Точно. Иди лучше, проветрись. Этот кретин думает, что может мне указывать. Черт, их трое тут, да? Да, пух, пух. Классная пушка. Прям... Ладно. Идем дальше. Прям классно. Уж сильно захотелось мне ее прокачать. Патрончиков побольше. Так, идем дальше. А куда тут идти-то? Вот это пейзаж. Пейзаж-то тут красивый. Куда идти, говори. Вот на эту штуку, что ли? Ладно, хорошо, а потом... Не, нифига. Давай, Сэм, показывай дорогу. А, вон, я вижу. А, мне с той стороны нужно будет ползти. Мужик так прикольно ручки сделал. Все, я понял, как надо. Надо вот туда прыгнуть. И теперь вот сюда. Отлично. Сюда! Это точно. Но по-другому никак. Давай, Сэмюс. Юху! Так, а вот тут интересно становится. Интересно становится. Опять тупик какой-то. Надо смотреть куда. Ха-ха. Я вот вижу вот там загогулины. Так это что? То есть...
Вот так вот? Ага, видимо, так и надо было, да. Точно. Так, а вот и могилка какая-то уже первая. Фу. Смог он, и смогу и я, да. Давай, смог. Круче, чем с моста на круг. А ты что, когда-нибудь пробовал? Нет, но я уверен, что это круче. Хоч. А, так вот чем ты все эти годы занимался. Скакал по развалинам? Ну, еще. Мне стреляли. Меня взрывали, били, пинали. Ладно, ладно, я понял. Резали, травили. Так, а тут что? Ох, блин. Я думаю, они уже на попе-то себе должны были дырочку-то сделать в джинсах. Отлично. Фу. А как, интересно, эти бандюганы сюда забрались? Вот и все. Не совсем. Чтобы пересечь ущелье, нужно забраться еще ближе. Надеюсь, это был последний спуск. Это уже камней полные штаны. Да, камушек-то точно полные штаны. Вот туда нам надо. Окей, отлично. А нифига. Походу, нам вот туда куда-то надо... А, вот я... Есть. Вот и земля. Ну чё, братан, ты где? А сам-то где? Ладно, полетели. А, вон он. Красавчик. Я начинаю привыкать. Так, ну тут-то по-любому на не заберемся, да? Ну-ка. Помоги мне. Давай. Не, смотри-ка, там наверх был залез. Можно было залезть. Есть, давай. А, там, наверное, сокровище какое-то лежало. Мы на месте. И я его профукал. Это точно. Угу, стопудово. Было сокровище, которое я не взял. Ну ладно. Боже мой. Вот это да. Запись в дневнике. Крепко имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эмери. Давай найдем могилу. Обалдеть, а как искать? Нейт, посмотри. Здесь есть пара сабель. Как на свитке из креста. Точно. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть, и еще до черта осталось. Так, 59-й и 99-й. Ну, немножко пожил ты, чувак. Так, скрещенные сабли, череп и кости, 1659-й, 1699-й. Хорошо. Найдем такое надгробие, и дело в шляпе. Ну, оскверним могилу. Похоже, Рейх тут уже покопался. О, здорово. Хорошо, что он не знал, что ему искать. Ну, а вдруг ему повезло? Надеюсь, что нет. Да, я тоже надеюсь. О, тоже сабли какие-то. Смотрите, старинные, какие красивые могилы у них, да? Ха-ха. По могилкам лазим. Так, ладно. Идем дальше. Я думаю, что у Овери должна быть какая-то красивая отдельная могилка. Хотя не факт. Вон у них тут пиратов-то, смотрите, как много, да? Смотрите. И тут тоже череп и кости. Обалдеть. Дофига черепов и костей-то у них. Посмотри. Tempus Idax Rerum. Время поглотит все. Боже, какие позитивные ребята. Другой это. Мы ищем другую могилу. Не, ну зато должен быть еще череп и кости.
Понятно, что череп и кости, но просто ладно, давайте по правой полосе будем идти. Сабель нет. Не то. А то что-то как-то я разбежался. Тырын-дырын. Сабель нет, говорит, сабель нет. А вот сабли. Ребят. Дата верная, но сабли перевернуты. Не то. А что, у нас другие сабли должны быть? А, у нас вниз. Вниз сабли. Жаль. Да я вон там уже вижу, какая-то могилка вон там слева. Это тоже не наша. Нет. Неверная дата и сабли никак на свитке. Вот там вот могилочка какая-то. Смотрите, вон и черепа, и кости. Ну-ка. Ну что, такие же сабли.